Артисты игры показали свои таланты на международном конкурсе Infinity Stars. Он прошел накануне в Ханты-Мансийске. На сцене городского культурно-досугового центра выступили начинающие и опытные танцоры и вокалисты. Один из самых запоминающихся номеров показал танцевальный дуэт Ярославы Поповой и Марии Китовой. Воспитанницы местной школы танцев получили гран-при за хореографический номер «Акань». Так называется священная кукла у коренных народов Севера. Ее создают безликой. Существует поверье, что если нарисовать «Акань» лицо, то в нее может вселиться злой дух. Кроме традиционной куклы, в постановке был воплощен образ северного оленя. Жюри конкурса поразил не только танец, но и костюмы участниц. Их придумал известный в Югре стрит-арт-художник Влад Алеев. При создании эскизов югорчанин использовал свой авторский стиль – шамандаград. В Урае качество медицинских услуг сделает качественный рывок с вводом в эксплуатацию нового шестиэтажного здания стационара. Ход строительства во время рабочего визита в муниципалитет оценил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов. Шестиэтажный корпус сейчас в стадии возведения. Однако уже сейчас есть, что обсудить строителям и медикам, как будущим пользователям здания. Прямо на строительной площадке заместитель губернатора, который сам ранее возглавлял большое медицинское учреждение, внес несколько рациональных предложений. Например, убрать мешающие проезду каталки конструктивные элементы. Новый стационар планируют запустить к концу этого года. Благоустройством займутся в следующем году. Как вы оцениваете взаимодействие с руководством больницы? Все равно не пользователи, да? Юрий Степанович и его команда. Именно важно, чтобы где-то... Понятно, что проектом всех деталей не усмотреть. Конечно. Что-то вот надо где-то регулировать вручную с привлечением спецов. Юрий Степанович мне недавно рассказывал, что нашли решение по пандусу, не пандусу, да? По приемному отделению, да, были приняты правильные решения, потому что приемное отделение – это сердце больницы. С того, насколько оперативно там наложен поток и удобно для всех, зачастую зависит жизнь пациента. Все слышим, все принимается к сведению и стараемся устранять это все на этапе каких-то пересогласований. Югра готовится стать одним из туристических центров. Для этого власти региона активно занимаются поддержкой данной индустрии. Так, на заседании круглого стола представители муниципалитетов и Думы Югры рассмотрели ряд поставленных вопросов, которые нужно решить для развития туризма в округе. Это, например, оформление земли под туристические базы и финансовая помощь предпринимателям. Для тех, кто желает продвигать югорский туризм и стать его амбассадором, предусмотрена региональная грантовая поддержка и социальные сертификаты. Кроме того, в округе регулярно проводятся туристические форумы международного уровня. Это позволит обратить внимание на Югру не только представителям российского туризма, но и зарубежного. На самом деле эта тема перспективная. То, что вы говорите, есть ли у нас там условия, конечно, условия у нас есть. Для этого нужно преодолеть ряд там каких-то вопросов. Например, перевод из земель государственных там в землю для того, чтобы как можно быстрее, вернее, снять административные барьеры для перевода земель именно под туристические цели. В Советском районе встречают весну. Сотрудники местного музея истории и ремесел начали проводить для ребят младших классов и дошколят тематические мероприятия, посвященные Вороньему дню. Этот праздник народов Ханты и Манси зародился еще в доисторические времена. Согласно поверьям, именно ворона своим карканьем пробуждает природу. В музее ребят знакомят с историей и традициями праздника. В программе мероприятия 5 станций. Дети собирают шишки, вспоминают птиц и животных, ловят оленя, соревнуются в ловкости и, конечно, загадывают желания, повязывая ленточки на березу.